социальные вопросы. Поэтому не пускайте депутата Диоксинова. Это какое-то здесь новое правило будет пошло. Вы с тобой разговариваете. Сейчас с вами надо спать, что ли? Я с вами не разговариваю. Почему меня не пускают? Вы не отвечаете, как будто Диоксинова. У нас здесь власть сменилась, что ли, получается? Вы слушаете начальника полиции Асинова или Диоксинова? Так, уважаемый, подождите, пожалуйста. Вопрос задаю. Я могу там пройти? А? Я могу там пройти? И вопрос организатора. Организаторы, что такое Диоксинова? Вот организатор. Нет, объясните, что такое Диоксинова. Вы в тот раз здесь была, вы тебе опять пришли. Какой вопрос, я говорю, здесь еще вопрос, что такое Диоксинова? Я кандидат депутат. Диоксинова, команда? С какой вопрос? Вы не живете здесь. Вы пригласили, я объявил ваше объявление, ты написал, что это независимый кандидат, который действует. Да. Я независимый кандидат, пожалуйста. Я представитель профсоюза. Нет, его нет. Вот вы, когда подадите поселение заявку, то вам выделили место для встречи. Собирайте. Нет, ничего такого Диоксинова, просто отвечайте. Что такое Диоксинова? На данный момент у вас нет в списке. А поселок, оно что-то отличает Диоксинова и поселок от Диоксинова? Вы отличаете? Можете говорить. Я объяснил, мне кажется, это исчерпывающий ответ. Нет. Ну, тем не менее, это непонятно, но здесь раз мы не будем объяснять. Вот. Здесь встреча кандидатов, которые подписывали просьбу к исполкому для того, чтобы провести здесь собрание со своими избирателями. Вы, как кандидат, имеете такую же возможность обратиться туда, в какой вам день удобно, также подать заявку. И прийти со своими избирателями пообщаться. Очень здорово. Нет, не мешайте другим работать, отойдите. Вы организатор? Дело замечательное. Я вас прекрасно знаю, с того раза еще. Какого раза? С того раза. 10 человек привели. Я вас первый раз в маске вижу, да, вы говорите, с того раза. А я вас хорошо запомнила. Я хочу ваши, это как пускай, мне здесь. Он объяснит, вы почему вы жители, а то нет. Здесь только Асинский. Не пускай его, это с Рамадановским. Как я с Рамадановским? Нет, по какому адресу проживает? Где Асинский проживает вообще? А вы по какому проживаете? Это не важно. Ну, как не важно. Вы сюда пришли? А вы вообще что-то здесь стоите? Какой у вас... Мои полномочия такие, все, уже это все обрабатывают. Ну а где ваши полномочия? Они прописаны где-нибудь? А нет, вы где по какому адресу проживаете? У вас право, есть вообще спрашивать у меня? Есть, да. Какое право? Есть, потому что есть список. Асиновский только. Вы где в Асинове проживаете? Так вот я вам также отвечаю, вам какая разница? Нет, в Асинове, вы проживаете в Асинове? Да, проживаю. Да. Вы не проживаете в Асинове. Вы потому что брете, вот в глаза смотрите и брете. Вы же сами не проживаете. Следующий путь проходит. Маску. Человек не проходит. Меня пустят, что ли? Нет, этот человек не проходит. Почему? Вы с ними вот она так что сказала, жители Асинова пускают. Я вам говорю, что вы сюда не проходите. Я вам говорю, как организатор данного мероприятия, вы не проходите. В списке у вас нет. Теперь новые правила в списке нет. Вот что-то такое скрытое, какая-то организация, не пойму. Какая хоть здесь организация? Диоксиновая, яблоко там, или кувшинки, блин, или как там сказать? Или собирашки дров. Что вы там? Кто вы? Что это за организация? Объясните. Асиновцев не пускают. Беспредельщик на самом деле. Вот бы организатор сказал, да. Потеряешь, он беспредельщик. Кошмар. Пока нет. Организатор. Организатор. Ну. Организатор. Организатор. Тихо. Передадут. Нам очень важно, чтобы наши сторонники именно пришли и проголосовали, тогда мы победим. Мы будем устраивать обязательно наблюдение. Прошу всех, кто может, тоже быть наблюдателями. И нам очень важно еще, чтобы в день выборов вы пришли к избирательным участкам после 8 вечера и ждали там результаты выборов. Чтобы комиссия понимала, что люди отдали свои голоса определенным депутатам, что они ответственны за то, чтобы эти голоса посчитали правильно, что люди будут у них узнавать, как они посчитали эти голоса. Поэтому нам очень нужна ваша поддержка.